2019 году Чернихов стал одним из победителей всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды. Муниципалитет получил федеральный грант на благоустройство исторического квартала в центральной части. Объединив усилия с областным фондом капитального ремонта и отыскав дополнительные деньги, местные власти попытались реализовать задумку. Черниховск решили благоустроить заимствованные детали из истории. В границах исторического квартала максимально сохранили историческую брусчатку. Организованное велодвижение, озеленение, многополосное мощение тротуаров. Основными задачами концепции указано формирование комфортного пространства для повседневной жизни горожан, внимание к деталям и восстановление велоинфраструктуры. Отрадно видеть изменения в городах области. Каждым годом города меняются в лучшую сторону, и Чернихов здесь не исключение. Спасибо вам, что прогулялись со мной по центру Черниховска. До встречи!